Ульяновским многодетным семьям проводят газ к земельным участкам в селе Луговое. Работы ведутся в рамках федеральной социальной программы газификации. Рабочие прокладывают трубы в интенсивном режиме и следуют строго по графику. В будущем здесь будет более 2000 домовладений. Сегодня же заявки на проведение газопровода до границ участка подали 20 человек. Линейная часть системы газораспределения, уличные газопроводы, готовность на 95%. Люди занимаются строительством сети газораспределения внутри границ земельного участка. Есть уже дом, который подключен к газоснабжению, поэтому здесь синхронная работа как газовиков, так и самих заявителей. Как только дом будет готов к началу отопительного сезона, то и отопительный сезон уже будет начат, скажем так, в других условиях проживания, скажем так, с газом. С голубым топливом в конфорке уже живет Гульнара Трунова. Заявку на участие в президентской программе подали в январе. И уже в конце июня смогли подключить к газу двухконтурный котел. Теперь в доме есть горячая вода и отопление. Отдаленность домов друг от друга большая, больше 200 метров. Поэтому было бы, конечно, накладно самим проводить трубы до границ земельного участка. Поэтому это очень нам помогло в экономии наших денежных средств. Потому что до границы, и практически от границы у нас 2-3 метра только оставалось до дома. Поэтому мы существенно сэкономили. В активной стадии строительства в Луговом еще 130 домов. До конца года 30 из них будут сданы и подключены к голубому топливу по программе догазификации 2022 года.